вами Марина Морлок. Сегодня 1 марта 2024 года. Это район Марьино, где должно состояться прощание с Алексеем Навальным. Вот. Реально, ну, все дорожки оккупированы, никого не подпускают. И люди стоят в огромную очередь. Это просто бесконечная очередь. Эта очередь даже больше, чем очередь мавзолей. То есть храм находится вот далеко там позади. И вот видите, там вот за деревьями вот это прибывающие люди. А вот там вот это все очередь. И это еще не ее конец. То есть я думал, что тут начало очереди. Нет, людей отправляют куда-то туда. Вот. Куда-то туда. И просто конца и края этой очереди нет. Везде стоят машины. Скорая, полиция, ОМОН, естественно. Вот. И это... Я просто такого никогда раньше не видела, если я честно признаюсь. То есть это нет конца этой очереди. И я сейчас уже прекрасно понимаю, что, собственно, тут надо было приезжать не в 10, в 11, а надо было приезжать в 6 утра. Вот. Потому что это прямо бесконечная очередь. И люди прям с детьми, с маленькими целыми семьями. Никого не пускают даже с маленькими детьми. Вот. Не пускают ни стариков, ни с детьми. Всех отправляют куда-то, вот туда, подальше от храма. Вот. И я сейчас это все смотрю. Я понимаю, что стоит ли мне, в принципе, вставать в эту очередь. Потому что очередь будет, наверное... До завтрашнего дня. Вот. Стоять. Потому что такой очереди я не видел, даже когда была приватизация в Москве в 2010 году. Когда сказали, что будет последняя приватизация, и тоже так люди стояли в очереди. Вот. И то очередь была далеко не такая. Вот это просто огромное количество людей. И прям даже нету... Совершенно нету конца и края этой очереди. Собственно. То есть это вот там и бесконечно. То есть просто бесконечно, причем очередь не двигается, по-моему, вообще. Вот. Вот. А не двигается, потому что люди только приходят, и никто не уходит, все только приходит. Вот. Собственно, вот так. И за мной идет еще целый поток людей, широкий большой поток, который не кончается. И мне уже даже самое интересно, а где, собственно, конец этой очереди. Я понимаю, что вставать в эту очередь надо было вот как на приватизацию, там занимали места с вечера. То есть с вечера занимали места, писали списки. И те, кто ночью держал, так сказать, очередь, каждые там полчаса, каждые 20 минут там была перекличка. Я просто застал этот момент. И мне это сейчас напомнило. Каждые 20 минут была перекличка, людей записывали пофамильно на листочек. А те, кто стоял ночью, держал листок, их, они как бы себя писали потом в первые строчки. Вот. И я стояла в очередь на приватизацию 2 дня. То есть я приехала к 9 утра первого дня, в 6 вечера компания закрылась. И я говорю, те, кто оставался в списках, их перенесли на следующий день. И передо мной был там человек 10, наверное.
Вот. Я, конечно, сильный стресс-то испытала. И потом я оказалась в списке 60-й уже на следующий день, потому что, я говорю, первые себя записали в списке те, кто ночью, у кого были машины, они просто дежурили ночью с этим списком. И, собственно, туда вносили в первую очередь свои фамилии. Вот. Ну, тут никаких списков нет, тут просто люди подходят. Но, я говорю, и конца очереди тоже нет. То есть и везде, везде, везде. То есть прям везде, это уже очень далеко от церкви, это уже непонятно где, там полный авто какой-то, полицейские машины. Уважаемые граждане, проходим пешеходный переход в Жигину, специально заходите к другим гражданам. Конец очереди находится далее по улице, проходите, не толпитесь. Вот, проходите, не толпитесь. Проходите переход активнее. Но не толпиться тут просто нереал, потому что тут просто в принципе толпятся. То есть все оказалось гораздо масштабнее, чем я думала. Ну, я думала, что, естественно, я понимала, что в церковь саму я не попаду, вот, что там нужно занимать будет с ночи места. Вот. Или со вчерашнего вечера. Ну вот, вот, собственно, такая тема, что тут, я так понимаю, никак. Уважаемые граждане, проходим переход активнее. Конец очереди находится дальше по улице. Не толпитесь. Создавайте пробку себе и другим гражданам. Всех куда-то отгоняют, как можно дальше. Проходите дальше, быстрее. Да. В общем, конца и края, нет конца и края людям, нет конца и края очереди. И сейчас я понимаю реально, сколько неравнодушных граждан сегодня приехало в Марьино, чтобы попрощаться с Алексеем Навальным. То есть их не просто много, это их не просто очень много, а людей очень-очень-очень-очень много. То есть я уже, наверное, полчаса иду, я уже вся вспотела, но я никак... Я даже не вижу, где, в принципе, конец очереди. Вот, я понимаю, что ну, тут до конца очереди тут и не дойди. Так вот. Ну, обещали провести трансляцию. Ну, я сейчас понимаю, что тем, кто реально хотел попрощаться с Навальным, надо было приезжать как минимум с открытием метро. Вот как оно открылось, надо было сразу ехать в Марьино. Потому что... Я сейчас понимаю, что я иду вообще неизвестно куда. Это уже Новомаринская улица. И нет конца очереди. То есть людей не разгоняют, их просто выстраивают в одну огромную бесконечную очередь. Я никогда раньше не видела такой очереди. Просто никогда. И нигде. Здравствуйте.
Причем удивляет, что очередь состоит из совершенно разных людей, разного пола, разного возраста, разной внешности. То есть нельзя сказать, что только молодежь, люди совершенно абсолютно разные. Мы уходим все дальше и дальше. Мы уже практически до перекрестка дошли. Ну, мы, я за мной просто еще люди идут, а за ними еще люди идут и так далее. И это прямо движение не прекращается. Я это сортирую, что могу, то что вам. Да, да. И это еще будний день, то есть я представляю, что многих людей просто не отпустили с работы сегодня. Вот. Многих запугали с утра. С утра начались запугивания, что будут какие-то задержания, что будут проблемы у тех, кто придет. И я говорю, я даже сидела дома, и мне даже потребовалось какое-то время, чтобы собраться с духом и поехать. А ехать от Зеленограда ехала я долго. Ехала я очень долго. Выборы. Отель. Уже мы дошли до перекрестка. Но конца вообще не видно, конца и края даже. Не то, что конца не видно, а не видно ни конца, ни края. Все. Перекрестка просто. Столпа. Ой, я тебя умоляю, это все лицемерие. Конца и края нету. Уже какие-то речки. А сколько там масла? Я так чувствую, я скоро дойду до своего бывшего места жительства, где я уже давно не живу. Очередь никакая. Очередь даже не видно. Не то, что она не кончается, не видно, где она начинается. А что, тебе вообще нравится этот коробок? Да, я вообще кайфую. Ну как бы, видите, это бензин, да? Да, это бензин, турбо. Бензин прибор. То есть, пока что самое, короче, что про них открыл, что делать. Я в за 2,5 года в Москве. Ну, кстати, я сейчас понимаю, что это была ложь очередная про и запугивание про то, что будут кого-то там арестовывать, кто придет на прощание.
потому что просто я сейчас смотрю и понимаю, что чисто технологически невозможно арестовать и задержать такое количество людей. Просто, ну, никаких помещений не хватит. Тут регулируют движение, чтобы дороги не перекрывали. Но никаких плакатов, никаких, собственно, провокаций. Люди просто тихо, спокойно стоят. Что-то похожее я видел, когда было поклонение Сергию Радонежскому или каким-то святым. Вот, то есть тоже вот люди спокойно стояли, образовывая огромные длинные очереди. Но, я повторюсь, очередь такого масштаба я не видела никогда. То есть я уже, наверное, где-то полчаса иду, и я не могу дойти до ее конца. Так. Дальше проходим, дальше. Дальше проходим, это еще не конец. Быстрее проходим. Боец, помогай там, боец. Давай, 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 толкай, ребят. Вообще все вот эти какие-то толкучки начинаются не со стороны граждан, а все вот это вот, вот о, это конец очереди. Это конец очереди, вот. Это конец очереди, все. Вот ты какой конец. Люди очень удивляются, потому что мне уже понятно, что скорее всего стоять мы будем просто до утра. На входе развернулись вправо, приезжали. Вот, развернулись вправо, приезжали. Все, я нашла конец очереди. Это там, где перекресток и Алло Пицца. Я потом дома обязательно посмотрю по карте, насколько это в реале далеко от церкви и от метро Марина. И очередь, она еще не прямая, она еще такая как бы закрученная, там еще вокруг церкви и так далее. Вот. Такие вот дела. Так что всем я желаю мужества и стойкости. Я уже сейчас понимаю, что, скорее всего, в церковь я сегодня и завтра, наверное, тоже, и, наверное, послезавтра не попаду, потому что это очередь не на несколько часов, а на несколько дней. Вот такие вот дела. Я сочувствую всем, кто сейчас переживает потерю и утрату, так же, как и я. Что могу сказать? Крепитесь, держитесь, упражняйтесь в стойкости.